Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Посмотрел я разговор там министра обороны этой бандитской ДНР, там ебучего этого Стрелков Гиркин, фамилию он там менял, назвался бы, не знаю, и Боженька или Сталин, там спаситель народа, и Борис Миронов. Недавно стал я его ролики смотреть, все говорит полезное, он не хочет стать каким-то президентом, просто заставляет подумать, либо что-то новое интересное рассказывает. Что, поэтому это можете посмотреть на Нейромир ТВ, их разговор, час 31, он долгий. На самом деле там эти 5 раундов, я думаю, они ни к чему, потому что, по сути, они могли сказать 10 минут один и 10 минут другой. Потом все 5 раз они повторяли одно и то же. Там, ты за кого, что ты хочешь. Игорь Стрелков, я считаю, он просто сумасшедший, либо просто такой глупый человек вообще. Последнее время, я думаю, что в армии никто иначе не удержится. Просто глупые люди. Потому что там такая схема, что ты дурак, ты должен слушать приказ, начальник у тебя тоже дурак, и самый главный начальник дурак. Ну, такая вот схема в армии. Я был в армии, примерно так это и есть. Бывают там люди поумней, но толку от этого никакого все равно нету. Ну, это вот так в СССР и российская армия, может быть, какая-то контрактная более-менее, может быть, армия. И вот из такого типа армии этот мужик. Что могу отметить важное? То, что он все врет там то, что, например, там никто не заставлял солдат только что. В видеочате videochat.ru.com неделю назад выскочил парень из Псковской дивизии десантной и сказал, что там и срочников послали, и потом подпихнули, то ли заставили, то ли обманули контракт, и как он отказался от этого контракта там дохнуть за психа Путина. В видеочате я с человеком поговорил, это 100% правда, то есть этот чувак врет, все врет. Просто он такой никчемный человек, ему больше заняться нечем, как пердеть про какую-то империю, кого-то убивать, что-то грабить. Просто ссаный гопник. Еще несколько раз он говорил защищать русских, защищать обиженных людей. Никогда. У меня жизнь уже к закату идет. Никакой ни военный, ни МВД, ни с ФСБ, ни с жилищной инспекцией, ну все вот эти вот силовые структуры и армии, никто пальцем не пошевелил меня защитить. А меня хотели избить и убить бандиты, например, которые дома грабят. То есть это все ложь про каких-то ополченцев, которые соберутся и вас защитят, когда у вас начнет какой-то бандит бежать, выкидывать из дома, из последнего. Это 100% могу сказать вам. Никогда не государственные структуры. И он сказал, он говорил, как не военный, а он просто по зову сердца добежал. Нет, и таких тоже я не видел по зову сердца спасающих несчастных людей. Ну, может быть, такие есть, но это не он, не этот Игорь Стрелков. Это просто червяк, врун. И еще интересный момент. Там вот Миронов спросил, а почему же вы вот русских не защищаете? Здесь-то в России уничтожают. Здесь 100% подтверждаю, уверен, уничтожают. Сажают в тюрьмы просто тех, кто там говорит, что чиновники убийцы и воры. Миллионами там, около 4 миллионов уже уничтожили последние 10 лет.
И он не ответил на этот вопрос. Ну, естественно, потому что он не может защитить ни одного человека. Ну, россиянина, русского, ну, кто здесь живет в России, не может. Потому что его так же, как людей, которые выскочили недовольные на Болотный, посадят в тюрьме, убьют. Он просто, наверное, боится за свою жизнь. Так что Стрелков, предатель Родины и Отечества, 100%. Борис Миронов, ну пока что то, что я слышал от него, действительно истинный патриот. Даю ему медаль. Всем спасибо. Пока, ребята. Это был истинный следователь.